Hello, friends. Здравствуйте, друзья! Консенсис Кадефи запускает пилотную программу Кадефи Стакинг с шестью участниками Binance, Crypto.com, Dharma Capital, Huobi Wallet, Matrix Sport и Trustology. Участники получают ранний доступ к решениям для ставок Ethereum 2.0. По завершению пилотной программы партнеры получают более глубокое понимание Ethereum 2.0 и получают возможность первыми выйти на рынок, предоставляя своим клиентам возможности Ethereum 2.0. Согласно официальному пресс-релизу, Кадефи Стакинг построен на основе надежного программного стека абстрактного типа данных, представляющего собой список элементов, организованных по принципу созданного консенсис. Миссия состоит в том, чтобы предоставить API-интерфейс для институциональной оценки с простым и эффективным доступом к сети Ethereum 2.0, чтобы предприятия могли безопасно и прибыльно участвовать в следующем этапе эволюции Ethereum. Вы смотрели новости KCN. До скорого!